Доброго, холодного утра вам, уважаемые леди и джентльмены, господа и гости столицы. Время опять 5:15, 1 сентября, с чем я всех и поздравляю детей, учеников, родителей с днем 1 сентября. Вам всем в школу. Значит, с добрым холодным утром, потому что реально колотун-бабай, на градуснике у меня перед выходом было 10,2. 10 градусов плюс, да. Ну, градусник у меня электронный, достаточно точный. Возил на работу, проверяли у меня его. В общем, короче, сейчас я не об этом. Значит, по снастям быстренько пробежимся. Спиннинг престиж. 1,85 м. Тревел. Изготовление Александра. Катушка Ягуар 500. Леска Дунаев 006. Шарнир КТ 0,25 грамм. Сейчас посмотрим. Вроде рыбка погуливает, но не знаю, будет ли эффект. Спрятался, потому что там репь видна. Порывы ветра, ветер северо-западный, очень холодно. Кто-то мне написал, что я не верю, что так температура упадет резко. Вот вам упала. Дома ночью вставал, все окна на проветривание. То есть были нараспашку, все окна на проветривание закрывал, потому что реально дома холодно. Ну ладно, поехали. Что поймаю, покажу, естественно. Рыбка есть какая-то. Что там? Ой, с непривычки, как же холодно-то, а? Плотвишка. Опа! Какая прям. Хоп! Ты ебана мать! Ты ж ты крутишься, вертишься это вся. О. Опять мотылик Браун Перч. Я сейчас даже и не пытаюсь что-то либо другое поставить. Потому что, ну, клюет на него и хорошо. Так, еще что-то есть. А, рыбка сегодня чуть-чуть поактивнее. Походу, суть, я даже не пойму, кто это. Короче, нет, окунь. Окунь, походу, делал, да. Ох, какой. Ох, какой красавчик, а. Гляньте. Твоя дивизия. Мотыля моего съел. Еще рыбка. Ну, сегодня прям разнорыбится опять. Карась. Плотву поймал. Окуня поймал. Теперь этот карась заглот. Так, включусь. О, какой красавчик, да? Спасибо, дорогой. Да, что-то есть. Даже посолиднее. Палочку в дугу, блин. Почти. Ух ты. Не пойму, кто там. Не показывается пока. Ну, что-то такое поинтереснее. О, окунь, что ли? Да, окунище опять. Да хороший, блин, ёбрастый. Откуда вы такие сейчас беретесь-то? Нихуахуа. Ёбар же ты, монстрила какой. Обалдеть можно. Ну, красавчик. Не хочет позировать, ну, бог с ним. Размерчики очень даже впечатляют. Спасибо, дорогой. Хоп. Ушел. Тачок.
Притом прям под ногами. Мелкий-мелкий, но симпатичный. Хе-хе-хе. Мужики, вот не поверите, я замерз. Я стою, у меня руки прихватывают, у меня шуши замерзают. После такой жары, блин, спад-то температуры градусов так ендок на 20, на 18, да? Ветер, я говорю, еще достаточно сильный, северо-западный. Что-то я прям жалею, что я курточку посерьезнее не одел. Что-то присело. Да хорошенькая. Блин, вот иногда жалеешь, что шнур у тебя. Ух ты. А, все, сход. А что, недорассказал? Жалеешь, что не шнур в этом плане. Поставил черного мотыля. Донбайт. Была поклевка хорошая. Тянул, он в траву ушел, стал чуть вытаскивать и сошел. Есть рыба, плотва. Хоп. О, опять за год. Ну, вот, похолодало. Я как чувствовал, что рыбка поактивнее будет. Если дует сильный ветер, это еще не значит, что рыбу брать не будет. Вставайте с подветренной стороны. Вот сейчас он не дует в спину. Во-первых, заброс дальше. А во-вторых, рыба поактивнее. Потому что плотва, ну вообще бель, она любит кормиться, когда ветер сильный. Потому что сдувает семена, какую-то мошку. Все это начинает на воду падать. И рыба достаточно неплохо начинает клевать. То есть для нее ветродуй, это как бы, ну, конечно, не шквалистый ветер там, да, 10-15 метров в секунду. А когда есть возможность где-то спрятаться, да, то рыбка начинает достаточно активно питаться. У нее как бы прям, ну, клев получше становится. Ну, плюс похолодание, я думаю, тоже сыграло свою роль. Вот. Хотя, если честно, надежда была, что будет клевать хорошо. Но и было также опасение того, что резкий перепад внесет свои коррективы и не в лучшую сторону далеко. Но нет, сегодня прям намного лучше, чем вчера и позавчера. Это есть. Опа. Там... Покажись. Плотва. Блин, именно прытка буйная вся стала опять. Хоп. Вот такая плотва-то берет. Ну, теплая. Теплее, чем воздух на улице. Вот такая хорошенькая. Не мелочь совсем. Поклевочка. Походу дело. А, это карасик. Крупный. Оп, тихо. Хоп, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, такой вот карасик. Пустячок, но приятно. Все, поклевочка. Кто там, кто там? А, дико мелкий окунь. Я, говорит, как выпрыгну, как выскочу. Окушок. А.
из положения полуприседя. Груды клюнул. Не-не-не-не. Ух ты. Это карась, походу, дела. Такой дядька симпатичный. Опа, нифига себе. Вот это я карасевича взял. Вот такой вот. Фу. Вот это уже хорошенький такой. Приятно такого вылаживать. Что, братцы рыбаки, крайняя проводочка. Время неумолимо бежит. Полтора часа мои подошли к концу. Все, что поймал, показал. Что сказать новенького-то вам? Да вроде особо говорить нечего. Жду сейчас три спиннинга должны ко мне прийти. Но придут, покажу, короче. Ничего нового особо. Новостей тоже как бы особо никаких нет. Кроме того, что наконец-то похолодание, но капитальное. За всем все. Приятного просмотра всем. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Сашок. Всем приятного просмотра. Ну а так, как всегда, увидимся на рыбалке.